Друзья, я рад вас приветствовать в новом обзоре ICO проекта. И сегодня мы поговорим о проекте, который называется Репаблия. Репаблия – это широкомасштабный децентрализованный проект, состоящий из привычных людям элементов стран, в виртуальном пространстве и оперирующий механизмами, которые созданы благодаря блокчейну. Глобальная система Репаблия включает огромное число функционирующих инструментов, которые работают за счет четко поставленной структуры. Данная структура действует по набору специальных правил, вследствие чего каждый пользователь получает полную гарантию безопасности и комфорта, применяя структуры на любом этапе работы. В качестве основы этого проекта заложены основные принципы, а именно это: информация пользователей находится в полной безопасности и гарантирована защита данных и финансов благодаря интеграции системы Репаблия блокчейн. Справедливое решение для каждого спора. Также любой пользователь проекта может просмотреть необходимую ему информацию. И плюс к этому клиенты экосистемы напрямую могут влиять на работу проекта. Важные составляющие проекта обеспечивают пользователей доверительными и прозрачными взаимоотношениями между ними. Они предоставляют участникам уникальную платформу, благодаря которой пользователи имеют право создавать и модифицировать экосистему, общаться между собой в более комфортных условиях. Отличительная черта данной экосистемы – это необходимый подход к надежности и безопасности. Данный проект оснащен инновационным протоколом, который обеспечивает полную защиту информации и финансов в условиях глобального проекта. Проект Репаблия используется как платформа, помогающая организовывать компании, дабы привлечь инвестиции на счет ICO, защищать каждого клиента от возникновения мошеннических систем и схем. Главные составляющие проекта Репаблия. Данный проект имеет мощнейший технологический фундамент. Именно благодаря этому фундаменту каждый элемент проекта будет реализован с наивысшей эффективностью, чем на обычном рынке. Следовательно, во время реализации соблюдаются все главные принципы и функции блокчейна. Основная цель Репаблия – это создание широкомасштабной экосистемы, чтобы она совмещала все привычные элементы стран и механизмы, которые созданы на блокчейне. Каждый участник экосистемы сможет самостоятельно принимать решения за счет консенсуса, влиять на развитие экосистемы. Поговорим об основных задачах проекта. Они же – это представить участникам шанс самостоятельно управлять элементами проекта, используя прозрачную и демократичную систему управления. Предоставить пользователям возможность использования скам-проекта. Предоставить пользователям надежные, прозрачные отношения между друг другом, используя при этом продвинутую систему, в которую входят смарт-контракты. Исключить риск потери и воровства аккаунтов пользователей. Предоставить участникам сервис, благодаря которому можно обменивать активы, создавать ликвидность криптовалют. Команда проекта для себя поставила важное решение, к которым она стремится. Миссия проекта включает в себя важные составляющие, такие как безопасное, удобное применение экосистемы на любом этапе работы, возможность решить глобальные вопросы, которые касаются любой страны и планеты, расширение и пополнение блокчейна, создание идеальной платформы, которая будет участвовать в развитии проекта и его поддержании. Друзья, на этом у меня все. Это был обзор проекта Репаблия. Для вас я оставлю все необходимые ссылки в описании, перейдя по которым вы сможете более подробно изучить и ознакомиться с технологией данного проекта. Всем пока!